Добрый день! Я одна из тех, кому посчастливилось первыми пройти курс спиральной динамики для дизайнеров в сопровождении Евгения Тюрина и Нины Лопатиной. Спиральная динамика, она учит разбираться в людях с позиции их ценностей. Она учит определять, какие ценности управляют человеком в той или иной ситуации. 3 или 4 месяца мы это проходили, мы делали домашнее задание. Это было очень ярко, красочно, вкусно, неожиданно. Я поняла, как нужно продуктивнее работать, как нужно общаться с клиентами. Очень хорошо даже накладывается на какие-то семейные отношения. В общем, мне очень понравился курс, я вам его обязательно рекомендую. Всем к просмотру, к прохождению и к выполнению каждого домашнего задания.